30 августа. С вами Евгения Мангубис с ежедневным репортажем Trading Central Web TV. Накануне открытия торгов в четверг фьючерсы американской биржи опустились в красную зону. Инвесторы по-прежнему сосредоточены на торговых переговорах США, Мексики и Канады. В понедельник Америка и Мексика пришли к соглашению, которое заменит нафту, однако оно пока не включает в себя Канаду. Оттава присоединилась к переговорам ранее. Решение должно быть озвучено в пятницу. На данный момент показатели денежного рынка следующие. Курс евро и доллара ниже на 0,42% и составляет 1,1656 пунктов. Фунт по отношению к доллару на 0,17% ниже и составляет 1,3 пункта. Курс доллара и иены ниже на 0,37% и составляет 111,23 пункта. В центре внимания курс американского доллара и швейцарского франка. Пара находится под давлением и ограничена снижающимися скользящими средними. Краткосрочные позиции будут ниже 0,9740 пунктов со значениями 0,9655 пунктов и 0,9615 пунктов. Биткоин на 2,32% дешевле, его стоимость составляет 6870 долларов. Золото опустилось ниже восходящей линии тренда и стоит ниже скользящих средних. Краткосрочные позиции будут ниже 1208 долларов со значениями 1196 долларов и 1192,5 долларов. Серебро на 1,16% дешевле и стоит 14 долларов 57 центов за тройскую унцию. С репортажем Trading Center Web TV в четверг я, Евгения Мангубе, прощаюсь с вами.